Пойдем, пойдем. Куда идем мы с пяточком? Большой-большой секрет. И не расскажем мы о том. И нет, и нет, и нет. Мы с Жемом выбрались гулять. Погуляйте с нами по нашему Илларионово. Ну вот сегодня, кстати, выяснился еще один плюс нашего места жительства. У нас, оказывается, клубника дешевая. Вот. Так что уже есть за что любить родину. Клубника у нас по 55 гривен. А в Киеве, говорят, по 100. Вот. Вот так. Поэтому идем гулять с любовью в душе и в сердце. И с клубникой в желудке. Джем, давай топай. Пробежечка. Да, Ная гуляет с нами. Дана с юным хозяином, с юным кинологом. Резвится. Джем. 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 О, какое пополнение у нас рядов растет. Но кинология не пропадет. А Джем выгуливает нашего участкового ветеринара. Мне не надо с ним. Ну ладно, не буду. Вышь, не буду. Ты у нас красавица. Где я буквы дочек? Один. Давай. Господи, где бы ты? Дана, одерни ее. Вот. Так. Вот так, да, правильно. Давай, Джем, да топай, 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 говорю, да что ж такое. Джем, а если бы я на каблуках была? Все, капец твоей лапе. Погнали. Джем, иди гуляй, иди. Иди гуляй. Гуляй. Наш ставок. Спилили иву и прямо в озеро. Что ж так-то? Ну, теперь тут только бобров не хватает. Народ отдыхает. Шашлыки. Музычка. Джем, будь рядышком. Бери, бери его, а? Молодец. Давай, отведи сюда немножко. Сюда немножко отведи. Посмотри, да не хочет пить. Она хотя бы давит. Значит, здесь не было. Я думаю, тут клещей нету, правда? Кто тебе сказал? У меня джем обработаны. Ну, давай нет. Ты что думаешь, что клещи? Клещи, они везде есть.
Ля, улеглась на травку. Холодненькая травка, да, скажи. Хорошо пузико охладить. Кондиционер. Ну что, пошли лошадок смотреть. Так, ты сейчас рухнешь туда. Ну да, там он грязь, может подскользнуться. Да. Пошли лошадок смотреть, пойдем? Крутых. Гнедых. Пара гнедых. Пара гнедых. Давай, догоняй меня. Джем, догоняй, догоняй. Давай, давай. А вот и лошадки. Я вижу лошадки. Я уже видел. Вижу лошадки. Осталось и идем в лапе. Сидим. Пас, баскетбол разожжу. Паша, не давай быстрее подходи. Я разожжу. Думаю, как... Вот кого мы тут встретили? О! Лошадка жеребенка. Ой, вот так, так видно. Посидеть, а здесь хочешь.